Пока ЖНКРЕ заявила о новом повышении тарифов, расценки на электричество вырастут почти на 16%. Решение касается промышленных потребителей. Повышать оптово-рыночную цену будут в два этапа. С 1 января она поднимется на 9,5%, а с 1 апреля еще на 6%. Решение объясняют инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ. Взлетят тарифы и на воду, но уже для населения. Новые расценки для водоканала в ряда городов тоже утвердили сегодня. Больше всего придется платить потребителям в Харькове. Там холодная вода будет стоить 8 гривен 38 копеек за куб. В Днепре 6,5, а во Львове 7 гривен за куб. Всего тарифы на водоснабжение изменили для 60 компаний.